Что происходит в стране? В конце 90-х, начале 2000-х годов пропали оппозиционные политики. Эти громкие дела до сих пор не раскрыты. Почему? Да потому что мы молчим. А молчание – это знак согласия с тем, что мы смирились. Мы смирились с давлением на независимых журналистов, с их задержаниями и огромными штрафами. С нашего молчаливого согласия вводят дорожный налог. Постоянно дорожает автомобильное топливо, продукты питания, поборы в школах, в детских садах. Молодые ребята гибнут в армии, а министр вооруженных сил до сих пор не подал в отставку. А мы все молчим? Выход на пенсию стал шагом в нищету. ИП и малый бизнес на грани выживания. У нас украли выборы, и об этом знают уже все. ОМОН и милиция защищают власти от нас за наши же с вами деньги. Это очень удобно. Может, хватит молчать? Может, хватит молчать? Может, хватит молчать? В нашем главном законе страны, Конституции, четко прописано, что мы имеем право на митинги, шествия, на свободное выражение своего мнения. Но чиновники отняли у нас право выражать свое мнение. Но сейчас речь идет о судьбе тысячелетнего города с богатой историей и замечательными людьми. Мы домолчались до того, что кучка чиновников, наплевав на нас всех, приняла решение строить этот дьявольский завод. 14 октября приходите на площадь Ленина в городе Бресте в 12:00. Хватит молчать. Приглашаем всех чиновников, кто своей подписью дал добро на строительство этого дьявольского завода. Приходите и не забудьте пригласить очаровательную Ию Малкину. Нам есть что обсудить. Чиновник главный, то не ярец! Чиновник главный, то не ярец! Наша посмерть! Наша посмерть! Наша посмерть! Наша Хотел бы еще добавить, мы вот сегодня с Артемом списывались, если, ну, и обдумывали такую вещь, если кто-то из Бреста мог бы вообще в идеале, как мы уже неоднократно повторялись, прийти к нам в Дискорд, а лучше бы мы делали ретрансляцию, соответственно, там или с Ютуба, или там с любой социальной сети, там Фейсбук, ВКонтакте и так далее, на месте непосредственно митинга. То есть мы могли бы так сделать, если есть какая-то возможность у кого-то непосредственно, кто пойдет на митинг. Естественно, мы никого не призываем, если, допустим, кто-то пойдет. И ты же видел там кадры этих анархистов? Вот. Помнишь, о чем мы говорили там полчаса назад по поводу анархистов? По поводу открытости. То есть и эта идеология сама по себе провальная. В том плане, что люди, белорусы, не строят эти горизонтальные самые связи друг с другом. То есть они закрываются в себя и не становятся открытыми. Понимаешь, о чем я говорю? То есть это путь никуда. А так, если бы эти анархисты убирали вот эту свою идеологию на второй план и действовали в открытых, как граждане, непосредственно, как Петрухин, там, Кабанов, Паук и так далее, то есть непосредственно заводили свой блог и действовали в открытую, все делали в открытую, тогда бы все было бы изначально по-другому. Вот основной посыл. Опять же, в Бресте могли бы уже кучу по каждому району сделать кучу чатов в Телеграме, Фейсбуке и так далее, и координироваться, как можно было бы там сделать, как бы там можно подать заявление на одиночный пикет. Опять же, даже на него не нужно заявление, но там, насколько я знаю, нужно по другому закону и так далее. На те же другие пикеты и так далее. Все они могут и так сделать, вместо того, чтобы заниматься этим анархизмом, который не выгоден, в принципе, сам по себе. Это закрытость общества само по себе. Ненужная идеология. Я, в принципе, высказал по этому поводу Бреста и вот этого митинга, который завтра будет. Больше открытости должно быть.
А кот, я тебя немножко перебью, отвлекусь. Тебя на стриме, не, на трансляции в Ютубе я не слышу, поэтому, ну, мало ли что. И еще, по поводу всех, это уже продолжаю, по поводу Северинца Пашиняна и брестских Кабанового и Петрухина. Просто люди хотят лидерствовать, хотят, могут проявить себя как лидеров, но в отличие от Кабанова-Петрухина, Северинец себя немножко дискредитировал. Не знаю, кто из... Ну, кто-то особо смотрит за его выступлениями где-нибудь на каких-нибудь ток-шоу. Одно из качеств, скажем так, лидера, это то, что каждый человек, каждому человеку он будет гарантировать, что он может спокойно заниматься своими делами. Ну, это очень образно. Но вот в том-то и дело, что такая больная тема свободы – это ЛГБТ-сообщество. И на одной из тем он сказал, что он не принимает этих людей, он их принимает только потому, что он верующий. И вот это вот его жилочка вот этого непринятия ЛГБТ, она немножко будет бить по его репутации как Пашиняна, как политика. Поэтому вот с моей точки зрения, как политика, он... А при чем тут ЛГБТ? К чему это? То есть тут вообще я просто банальная гражданская позиция. Я тебе и Пашинян сейчас... точно про это уже не заикался. А за это заикался Северинец. Вот в чем дело. Это будет немножко бить по его пашинянности, по его вот этой свободе, которую он дает. Он... Когда он или... говорил про Пашиняна, он имел в виду именно другое. ЛГБТ тут совершенно ни при чем. Тем более, это просто я такой знаешь, пример привожу. Так сказать, традиции белорусского общества консервативные. То есть они не очень-то приемлемы к ЛГБТ. То есть большая часть населения относится крайне отрицательно к ЛГБТ. Это важно. Это лишь один из примеров. Просто так хотел заметку сделать. Северинец в этом плане только себе очков прибавил в политическом, когда он так сказал. Лично опять-таки, мне наплевать полностью на ЛГБТ. Понимаю, но... в чем дело. Белорусскому, как, то есть их и не эта тема волнует. Им бы лишь бы, то есть белорусам лишь бы найти, где поесть банально. То есть, понимаешь? Это их волнует. Ну и как вообще общество устроено, а не тема Метадором. ЛГБТ. Причем... Северинец правоцентрист. Он консерватор, и он высказался с точки зрения этих сил. Если какой-то человек, представляющий ЛГБТ-тусовку, какой-нибудь ультралиберал выдвинет свою кандидатуру, то кто мешает ему высказаться в поддержку, наоборот, ЛГБТ и того, что мы там, например, если вы выберете меня президентом, например, он скажет, то я, наоборот, узаконю браки. Только Метадором, ты увидишь, какая будет поддержка населения, то есть кто поддержит одного, а кто другого. Ты увидишь, что перевес будет гораздо больше на стороне Северинца. То есть народ просто не очень приемлет эти идеи, вот в чем дело. Народ-то не приемлет, но это та, тот момент, народ, как политика, где могут за него зацепиться. Вот в чем проблема. Как политика, он берет и все делает абсолютно в этом плане. Политику нужно выиграть мнение большинства, понимаешь? А не против него идти. Тем более он не отрицает, то есть он не говорит, что там нужно их сжигать и так далее. Он этого не говорит, он говорит как классический консерватор в этом плане. И нормально он говорит, то есть со своей точки зрения. Господи, да плевать, то есть плевать в том плане, что живут они и живут. Не в этом же дело. И не это самое главное с точки зрения Беларуси. В Беларуси куча проблем, в конце концов. Это просто моя заметка, но не более того. Ладно, надо новости читать следующие. Не будем тянуть время. Вот здесь появилась такая информация по поводу биометрических паспортов. На сайте Promis, связанное с обещаниями. В конце 2018 года, когда мы получим биометрический паспорт для выезда за границу и ID-карту, то есть это декабрь 2016 года, нам обещали, что будет вот эта ID-карта, всех там, тогда вот был такой хайп, типа там многие выпускали блогеры видео, типа все, всех подставили под контроль, скоро выпустят карты с чипами там и т.д. и т.п. А ничего подобного. Дальше. 30 мая 2017 года. Биометрические паспорта белорусам начнут выдавать с 1 января 2019. А теперь уже пишут, март 18 ID-карты выдавать начнут с 1 января 2019. А теперь уже информация, сегодня я слышал, что с 2020 года только. Так что, как всегда, у нас ничего не выполняют обещания. Даже, как говорится, вот такие. Так что не беспокойтесь. Пока у нас ID-карт нету. Следующая новость. Студбай. С иностранных компаний с белорусскими корнями в Беларуси
хотят взимать налог со всего мирового дохода. То есть не только то, что они зарабатывают здесь, но если компания признается белорусской, то она должна платить доход, налог с доходов, неважно, то есть где она их получает, в какой стране. Если белорусские корни имеет, то типа все. Иностранные компании могут признать белорусской с серьезными финансовыми последствиями. Их заставят платить налоги со всех мировых доходов в бюджет страны. Такое положение прописано в новой редакции налогового кодекса, который должен вступить в силу с 1 января 2019 года. Так же, как и наш декрет о тунеядстве и многое другое. То есть 2019 год обещает быть веселым. Денег явно в бюджете нет. Это говорит вот о том. Также вот в будущем, в следующих новостях мы будем обсуждать по поводу нефти, там, по поводу того, что Россия принимает по отношению к Беларуси. То есть большие дыры в бюджете появляются. И вот в связи с этим такие законы и принимают. Что изменится в законодательстве и как это повлияет на белорусских собственников? Вот как место регистрации влияет на платежи в белорусский бюджет? Налоговое законодательство разделяет организации на белорусские и иностранные по месту регистрации. Белорусские компании платят налоги в бюджет страны со всего мирового дохода. И внутри страны, и за границей. Иностранные компании уплачивают бюджет Беларуси только налоги по деятельности, доходам и имуществу на территории Беларуси. Могут ли сейчас иностранные компании признать белорусскими? В действующей редакции налогового кодекса, 15 статья, сказано, что при отсутствии бездействия места госрегистрации компании, оно определяется по местонахождению высшего органа управления, по месту, где принимаются ключевые управленческие решения, по месту, в котором находятся основные бухгалтерские документы, либо по месту жительства руководителя или учредителя. То есть теперь мы понимаем, почему многие компании выводят, так сказать, свои главные офисы за пределы Беларуси. Как говорится, от греха подальше. Лучше не вести тут ни бухгалтерию, ни чтобы чистился руководитель тут, ни чтобы главный штаб находился. То есть тогда надежнее будет, не ограбит. Сейчас нет активной практики применения этой статьи и переквалификации иностранных компаний в белорусские для последующих дополнительных взысканий налогов. И как изменится доход. На стадии общественного обсуждения и подготовки новой редакции налогового кодекса в парламент статья 15 была несколько раз изменена. В последней редакции критерии для признания иностранной компании белорусской детализированы и расширены. Это может произойти в следующих случаях. В соответствии с международным договором Беларуси по налоговым вопросам, положение которого определяют резидентство организации. В случае бездействия иностранной организации в государстве, по законодательству которого она создана, и нахождение места ее фактического управления в Беларуси. Иностранные компании рискуют стать налоговыми резидентами Беларуси прежде всего в том случае, если за границей у них не будет реально работающего исполнительного органа, директора, управляющего или акционеров. В зависимости от того, кто занимается текущим руководством деятельности организации, предупреждают специалисты. Подобные нормы направлены на борьбу с фиктивными и действительно бездействующими на территории иностранных государств компаниями, которые реально управляются с территории Беларуси. Так, кто попадет в зону риска? Торговые компании, которые были созданы для удобства работы с нерезидентами. Такие, например, часто создавались в РФ для оформления документов по импорту из Беларуси и уплаты ввозного НДС. С ним, как известно, российские компании самостоятельно никогда не хотели связываться. Транспортные и транспортно-экспедиционные компании, IT-компании, иностранные компании. В чем опасность для белорусского бизнеса конкретно? Пока открытым остается вопрос, не приведут ли такие изменения к наказанию добросовестных компаний, которые регистрировали бизнес за границей для своего удобства и не пытались получить налоговую выгоду или уклоняться от уплаты налогов. Также не ясно, распространяется ли статья 15 Налогового кодекса на резидентов ПВТ, которым декрет номер 8 разрешил управлять иностранными компаниями удаленно из Беларуси. Из прописанных положений пока непонятно, будет ли считаться бездействием подобная ситуация. У иностранной компании за границей есть реально действующий офис с работниками и наемным директором. При этом он согласовывает свои действия с собственниками, которые находятся в Беларуси. Также неясной остается методология
до начисления налогов иностранной организации, а также то, будут ли учитываться при определении налоговой базы затраты зарубежного офиса на его содержание, себестоимость произведенной продукции и прочие расходы, говорят эксперты. Более того, сейчас в законодательстве страны нет технической процедуры постановки на учет иностранной компании в качестве налогоплательщика Беларуси. То есть даже при наличии добровольного желания у зарубежной организации заплатить какие-то налоги в бюджет республики, сделать это будет крайне затруднительно. То есть, как всегда, не без косяков. Ну, а при чем тут? Самое главное смотреть, кто инициатор вот этого всего налогообложения. Вот это и вся суть является. Белорусское государство. Кто именно? Ну, тем не менее, просто, скажем так, уже за границей некоторые белорусские торговые марки, типа МТЗ и Беларусь, арестовываются в некоторых странах. Ну, они и давно это просто, да, они давно арестовываются. И по другому вопросу, связанному с правами. Да, по другому, это уже немножко отдельный разговор, но тем не менее. Просто кому-то нужны налоги, деньги. Все, да, то есть не о чем разговаривать. Это все эти, как бы они ни называли, под какими бы предлогами они ни говорили, просто либо нужно ввести монополию на что-либо, как было с запретом продажи поддержанной какой-то там одежды, и сейчас даже общественное обсуждение, якобы общественное обсуждение проходит. Это из той же категории вот этот вот налог. Нужны деньги в бюджет, в казну даже будет выразиться точнее. Все очень просто. Следующее. Ну да, лишь бы не давать свободу в плане того, что предпринимательство и уменьшение давления на людей. Я же говорю, монополисты. Совки. Леваки. Такой шаг, по-моему, наоборот, будет вести к тому, что белорусские компании решат от греха подальше отсюда просто сбежать. Да и иностранные вряд ли захотят так приходить, подумают. Ну, естественно. Чем больше налогов, тем больше задолженности экономики в этом плане. Не, ну смотри, Фридом, а почему бы и нет? Не признать, например, Coca-Cola в Беларуси же работает, а почему Coca-Cola не признать белорусской компанией? Пусть платит налоги, как говорится. Coca-Cola Беларусь, есть же там отделение. Они там, не знаю, как по франшизе какой-то работают. Они и так платят налоги. Так платят. Слушай, они и так платят. Так они платят в Беларуси, по своей деятельности в Беларуси. А пусть платят еще по своей всей мировой деятельности. Почему бы нет? Тогда они уедут просто-напросто, потому что есть туда большие налоги. Смысл тут оставаться, если ты не приостановишь. Вот я и говорю, Wargaming перевел свой офис. Сам, говорят, кислый на Кипре живет уже. У Wargaming дочка в Беларуси какая-то осталась. Или дочка, либо отделение какое-то. Так вот главное, я не подтвердил это. Не центр. То есть центр-то они свой вывели, вот в чем дело. Дочерняя компания и поддержка техническая осталась. Но как бы компания основана здесь, и поэтому как бы главный офис должен был в Минске находиться, чтобы, как говорится, весь мир видел, что вот это мы, наша компания. Почему-то крупнейшие офисы, например, американских компаний, они хоть производство в Китай выведено, но они находятся там, у себя, например, да. А у нас, то есть, получается так, что бизнесмены стыдятся в собственной стране держать уже главные офисы своего бизнеса, потому что, блин, какие-то тупые чиновники, совки обкладывают их налогом. Не то, что стыдятся, а то, что просто видят, что тут нет выгоды, тут представляют, потому что такие налоги. Перспективы деятельности. В итоге идет плавная национализация. Ну, это не совсем национализация, что ты говоришь. Это просто сокращение. Ну да, сокращение идет, а потом идет национализация, эти уже заводы, сжайся и бизнес. То есть бизнес отмирает, и идет плановая. Ну, монополисты всегда выиграют в этом плане, и в итоге вот тебе. Да, и методором национализация у нас иногда тоже имеет место. Вот, например, с авиаремонтным заводом, когда его просто взяли и отобрали. То есть Фридом Беларусь говорил не конкретно про случай с налогами, а про то, что национализация у нас происходит, когда вдруг власть берет и отбирает какой-нибудь завод. Без всяких законов. Да, я имею в виду вообще в том плане, что малый бизнес уничтожается, и все уходят на заводы и так далее. И
итоге личного самоуправления, то есть из-за них все решает государство, а не они сами. То есть и в итоге всегда это приводит к плачевному результату. В этом плане я имею в виду. И по сути, как малый бизнес уничтожается, там было 12, как я уже раньше говорил, процентов пару стримов назад, и стало 11 сейчас в секторе малого бизнеса. У авиаремонтного, у владельца у авиаремонтного отжали инвестора, скажем так. То есть отжали инвестиции того человека, который вкладывал. Еще хотели отжать, видимо, самолет у инвестора, но не получилось. Итак, перейдем к следующей новости. Глава МВД Игорь Шуневич, министр внутренних дел наш, в эфире на канале ОНТ заявил, что в стране, оказывается, снижается уровень преступности, а доверие к правоохранителям растет. То есть народ верит своей милиции, мы ее все любим, уважаем. Ну, хотелось бы в это верить, конечно, но мне как-то очень мало. Ну, я себе сразу могу это опровергнуть. Был по этому поводу сразу же опрос в самой большой группе в Телеграме в Беларуси, и там 95% как раз-таки наоборот против. Не доверяет им. А я тебе могу подтвердить. Просто мое подтверждение будет совсем корректно. Среди тех людей, которые они проводили опрос о доверии, среди тех людей и растет. Ну, вот так они проводят опрос. Ну, так они спрашивают друг у друга, в принципе. Ну, я имею в виду милиция, спрашивают милиция, спрашивают ОМОНа. Такой круг. Ну, так кто-то и дело, что ничего нового. Оно может расти и падать среди этих тех же людей, а не среди обычных граждан. По поводу снижения преступности, это возможно за счет большого количества ментов, за счет его увеличения. Нет. Возможно, немножко и снизилась преступность. Я просто-напросто менты повышаются, много куча преступлений скрывается, они же сами же их не совершают, эти преступления. Нет, тут понимаешь, их реально сейчас стало просто больше на улицах, поэтому меньше хулиганит, то есть людей буквально чуть ли не из кафе уже вытаскивают, кто там пиво попил. Поэтому в этом плане, да, люди боятся. Народ скорее запуган, он не доверяет милиции, он запуган наоборот. Ну да, они боятся, люди боятся, граждане, что-то вообще сказать вперед. Вот такая зашуганность получается. Вдобавок, как я уже раньше говорил, анархисты, которые наоборот, это дело так усугубляют в этом плане. В том плане, что они же все скрываются, на них не превыше всего, а наоборот, нужно делать открыто. Ну, нужно переступить через себя, как я уже приводил, тех же Пауков, Петрухин и так далее, и тогда у нас получится создать гражданство. Я с тобой... Реальный процент. Я немножко хочу уточнить. Шуневич сказал, что снижается уровень преступности. А как насчет уровня административных правонарушений? Или это в его понятии одно и то же? Вот по поводу административки, она растет. Наоборот, даже если не учитывать все задержания за хулиганские действия, там, штрафы Белсата, там, что еще можно придумать? Я могу сказать еще дополнительно к этому, что люди рекордно уезжают из страны, соответственно, некому нарушать. Нет. Если ты посмотришь внимательно, ну не то что внимательно, просто ознакомишься со сводками местных органов милиции, так правильно сказать, у них все больше появляется сводок о том, что увеличивается количество мелких краж, ну из магазинов не особо много, из каких-нибудь дачных поселков, из домиков летних, когда забирают там чугун, медь, железо, вот этого растет, увеличилось незначительно, по крайней мере, как я замечаю. А то, что... Но я могу сказать с уверенностью, что много скрывается, банально, это очевидно, потому что они же покрывают друг друга, по сути. Да и преступления среди ментов, куча случаев таких было. Кто об этом будет говорить, в принципе? И тут единичные случаи скрываются по итогу. А сколько они скрывают, это просто... Лучше об этом даже не говорить. Как всегда, не хотят портить статистику. Ну, следующая новость. Следующая новость. Министерство культуры отказало про закон об бело-червоно-белом стягу. Отказ прошел на имя депутатки Палаты представников Ганны Конопатской, пишет Радио Свобода. Коли казать коротко, то отказ можно звести до одного сказу. Это пытание не нашей компетенции, сказала Ганна Конопатская. Поводли яе, покольки
у листе з Міністерства культуры, як да речі, і у адказах яшчэ з двух міністерстваў унутраніх справ і юстыцыі няма стаўлення міністерства да законапраекту і бел-чырвона-белага сцяга, то давядзецца звяртацца ў іншыя інстанцыі, куды канкрэтна мы вырашым з маёй калегай Алёнай Анісім. Таму што законапраект аб бел-чырвона-белым сцягу мы рыхтуем супольна, удакладніла Канапацкая. Закон про национализацию, про принятие национальных символов, он, скорее всего, при нынешней системе руководства государства не будет принят никогда, либо будет затягиваться очень насильно, потому что это уже сразу уйдет смена идеологии. Да, смена символов. Вот она и так и кажет, что это не наша компетенция. Вот сказала сама Ганна Канапацкая, и все эти министерства, и они вот такие дают там отписки. И кажут, что это не наша компетенция. Дело еще и не в компетенции, дело еще и в политике. Дело в том, что с нами рядышком находится Россия. А если в России увидят что-то подобное, что приняли даже как культурную часть наследия, вот бел-черно-белостях, это уже будет удар по репутации Лукашенко со стороны России. Особенно сейчас, когда Пыня здесь с нами. Уже нет. Ну, там будут последующие новости про футбол и про это, то есть затягивают гайки, как говорится, лук. Да. Скорее всего, затягивает само общество, натягивает общество на свою идеологию. Вот по поводу преступлений также. Макей сказал, что летось распачата 5 криминальных справ за удел белорусов у военных конфликтах. У Беларусі летась распачата 5 крымінальных справ супраць беларусаў, якія бралі ўдзел ва ўзброеных канфліктах ў іншых краінах. 4 асудзілі. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Уладзімір Макей 9 кастрычніка на міжнароднай канферэнцыі па барацьбе з тэрарызмам у Мінску. Да, у нас тут, видимо, такой большой тэрарызм, што ў нас пастаянна з ім борецца, канферэнцыі праводзяць тут. Сплох адзін тэрарызм. З бел-чырвона-белымі флагамі ходзяць людзі. Страшно. А я заявляю, что я пью кофе. Прям сейчас. И что? Ничего конкретного. Вот и в его заявлениях было ничего. Только что он не заявил, так это за удел на чьей стороне осудили людей. То есть 5 криминальных дел, но это они воевали за Украину или за ДНР. То есть мне кажется, что огромное количество белорусов воевало на стороне ЛДНР. Но насколько много из них осудили, я как-то не сильно слышал. Парочку там, да, не больше. Я хочу тебе еще напомнить, что недавно, по крайней мере, на канале украинском ICTV вышло расследование. Ну, это уже давнее расследование про участие белорусов в ЧВК Вагнера. Может быть, он и этих еще имел в виду? Ну, может быть. А там мы не знаем. То есть это конфликты не только на Украине, в Сирии, еще где-нибудь. Может, это идет в киберпространстве. Может, он так и назвал. Кто его знает вообще, о чем он говорит? Следующая новость связана с известным нападением, которое сделали Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые избили белоруса. Вот видеофакт. За 2 часа до нападения на чиновника Кокорин и Мамаев избили 33-летнего белоруса. Заведено дело. Белорус сам по себе тут ни при чем. Его, то, что именно его избили, это подается именно белорусским властям. Потому что для Беларуси, естественно, важнее сам белорус. В России важнее будет считаться то, что там избили какого-то чиновника. Но почему этому уделяется, мне непонятно, настолько много внимания, что делаются отдельные передачи. Ну что, избили, ответите. Но нет же, им надо уделять отдельные передачи, им надо там даже Рамзан Кадыров что-то там предложил в каком-то чеченском футболе, в футбольной команде поучаствовать или что-то. В общем, они раздувают эту новость, видимо, для того, чтобы прикрыть какие-то другие. Но я особо здесь ничего такого не вижу. Преступление, ну, есть преступление. Но раздувать до такой степени, это... нет, бред какой-то. Мне да, здесь сообщается, что в 7 утра футболисты вышли из московского стриптиз-клуба
На пути была стоянка, которая им помешала. Футболисты стали пинать машины и облокачиваться на них, на что получили замечание от прохожего. После этого Кокорин и Маев всей компанией повалили его на землю, разбив ему голову. И вот здесь уже показаны какие-то видео там с каких-то камер, с регистраторов. И тут сообщается, что Соловчук сейчас находится в реанимации с черепно-мозговой травмой. Но это вот этот белорус, которого избили. Соловчук работает, Виталий Соловчук работает водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Она уже обратилась в милицию. Мы ждем официальной информации, ждем, когда нам сообщат результаты расследования. Так что это как бы немного не связано с тем чиновником. Это за пару часов до этого было. Извиняюсь, а какие-то новости были, а что пропустил? Ну это по поводу того, что белоруса там избили, Кокорин и Мамаев. Вот такие. А, Кокорин и Мамаев? Да, российский футболист, там избили белоруса. Ну, тут ничего удивительного. Футболисты сами по себе такие. Ну да, в принципе, на его месте мог оказаться любой. То есть они пинали машину. Ну, в плане этикета. И какой-то, да, прохожий случайно, вот просто он там оказался. Он им сделал замечание, им это не понравилось. То есть футболисты вышли из стриптиз-клуба, пинали машины, напали на человека, избили его. То есть это те самые футболисты, которые там отдыхали в Монако, когда команда проиграла. То есть ведут себя... Да-да-да, эти сами. То есть кроме развлечений они ничего не знают. То есть, ты прикинь, если бы у меня столько было бы бабла, я бы, не знаю, золотил бы Беларусь. И меня все любили по этому плану. И тебе, и мне, как говорится. Ну нет. Я лучше буду всю жизнь заниматься этими развлечениями, и все. Как Бендер Вегас, он же слушает наверняка, да? Ему же такие же пофигисты, только с баблом. На уровень выше, я сказал бы так. Как говорится, деревня с баблом. Надеюсь, понятная аллегория. Ну, аллегория это понятно, но это далеко не деревня. Это... Ну, уж и назывались гопники. Не надо Фридом оскорблять Бендера, он хотя бы видео монтировать умеет, а эти футболисты, они даже играть в футбол не умеют. Не, почему, никогда. Извини, он же сам кучу раз сказал, что можно поливать, прямым текстом писал. Нет, так я говорю, что он хотя бы видео умеет монтировать, делать нормально, они же даже не умеют футбол играть. Так, а какой посыл у этих видео? Они-то... Ну, а какой посыл у этих видео? Нулевой. То же самое и они пинают мяч. Тоже посол нулевой. Только те пинают, получают кучу бабла, никакой пользы не имеет. И этот монтирует тупые ролики, и никакой смысловой нагрузки тоже не приносит. И при этом он же гнобит граждан активных, которые выражают свою активную гражданскую деятельность. Следующая новость. Лукашенко заявил Бабичу, говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно. Ну, может быть, по поводу включать Беларусь в состав России смешно, а по поводу говорить о включении Беларуси в состав России нет. Не, ну никакое включение состава мы уже разобрали в одном ролике. Есть отдельный ролик. Разбирали. Все, но... полностью разобрали. Все, стоп. Нет, никакого включения, забудьте о включении состава России в эту состав Беларуси. Это я еще предполагаю, когда она развалится. А Беларусь нет. Все, забыли. Только тут дело, понимаешь, в другом. Он говорит, что говорить о включении в состав России и Беларуси смешно, но он же сам и говорил не так давно, что как бы мы не вошли в состав какого-нибудь государства. То есть он сам, получается, признался, что он смешной и тупой. Ну, не знаю. Потом вот, ты зачтешь новость о встрече с Путиным. Вот это будет уже... И видео включишь. Вот это будет очень интересно. Да, это будет интересно, потому что он любит, Лукашенко любит противоречить сам себе, когда ему выгодно. По порядку. Все по порядку. Для четкости, я сказал бы так. Ну, на самом деле, по поводу нашего президента, скажем так, еще лет 150 назад Пушкин написал очень интересные строки. 10 глава Евгения Онегина начинается вот так. Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда. Это Пушкин писал о царе Александре Первом. Ну, Лукашенко. Такое ощущение, как будто Александр Первый Григорьевич.
Ну, называть Лукашенко, что он царствует, ну, не особо. А вот то, что он труд не любит, точнее, он не уважает труд других людей, ну, это мы уже обсуждали в примере того же, что либо налоги, либо монополия для своих друзей, ну, вот это вот можно назвать в его пример не любви, не любви к труду чужих людей. Глава государства в самом начале встречи отметил, что обычно в этом случае говорят что-то важное или протокольное, но, наверное, было бы смешно, если бы я ограничивался какими-то протокольными заявлениями или высказываниями, сказал президент. Александр Лукашенко напомнил, что до назначения Михаила Бабича на должность посла были различные рассуждения на этот счет, публикации в СМИ, наверное, реагируя на то, что сказано и написано, сказать... что там нет правды, какой-то доли будет нечестно. Если сказать, что нам, что там есть правда, тоже будет нечестно. Каждая группа людей, которая интересуется белорусско-российскими отношениями, пыталась проецировать через личность посла. Тем более вы знаете, что очень долго работал прежний посол. Тема не была актуализирована в Беларуси, а тут назначение нового посла. И в силу наших отношений с Российской Федерацией через личность вашу пыталась та или иная группа людей что-то высказать. Но это цитата Лукашенко. То есть, короче, ни о чем в состав России мы выходить не будем. Мне его назначение, точнее слова Лукашенко, напоминает, как будто он Бабича примеряет на себя, как какой-то костюм. А вот что будет, если? А может поторговаться? А может еще что-то? Вот это его слова, я так понимаю. Ну, вот это мы услышим последующих новостях. Нужно подождать. А теперь вернемся немножко как бы назад. То есть у нас тут заявлял Макей, что там 5 криминальных дел. И как бы я вот тогда сказал, что против кого, интересно? Тех, кто воевал на стороне Украины или ДНР? И вот тут, пожалуйста, новость. Неонацист Алексей Михальчаков, который отрезал уши украинским солдатам, похвастался отдыхом в Беларуси. То есть вот он воевал, отрезал уши и как бы отдыхает в Беларуси, никто криминальных дел на него не заводит. Нацисты, как говорится, гуляют спокойно. Российский неонацист, участник войны в Донбассе, выложил в своем аккаунте в социальных сетях фотографию из белорусского села, где боевик якобы находился на отдыхе. Главная военная прокуратура Украины объявила в розыск Михальчакова еще в ноябре 2016-го. Об этом вот сообщает Белсат. Отдых на даче в Беларуси. Старый домик в деревне, свежие шашлычки и природа. Указано под фотографией. Да, и никаких криминальных дел. Такие дела. Ну, уроженец Петербурга. Нам-то неизвестно, где он находился, где он сейчас находится. Нет, поэтому... но он объявлен в розыск, он же границу пересекал. Это и другое. Дело в том, что границу-то он пересекал, граница же у нас с Украиной есть, он объявлен в розыск. Я вот сейчас читаю эту статью, только не на самом Белсате, а на стриме. Стрим немножко запаздывает, но все равно. Если его объявили в розыск, а кто его там в розыск объявил? Украина? Я не знаю, почему... Да, Украина. Да, но почему в Беларуси к нему до того, как... о нем стало известно в Украине, не делали ничего. Он же белорус, соответственно, о его деятельности до того, как мы их в Украине должны были знать. Он не белорус, он россиянин, он из Петербурга, он к Беларуси. Именно русский нацист. Это русский нацист из Санкт-Петербурга, который воевал в Украине, отрезал украинским солдатам уши, а теперь он приехал в Беларусь погулять, отдохнуть, поесть шашлычка, и никто ему ничего не сделал. Про сам факт, я немножко говорил, про сам факт пересечения русско-белорусской границы. Почему со стороны Беларуси не знали, вот это я не знаю. Хорошо, перейдем тогда к следующей новости. Ладно, хрен с ним, с этим нацистом. Вот, очередной рекорд сообщает Працабай.инфо. В Беларуси не хватает уже 83 тысячи работников. В Беларуси продолжает расти кадровый дефицит на рынке труда. Сейчас в Общереспубликанском банке вакансий размещено больше 83 тысячи предложений от нанимателей. Для сравнения, на начало сентября было 76,6
тысячи вакантных мест для соискателей. Каких специалистов больше всего не хватает и какие зарплаты им готовы платить? Если сравнивать по регионам, то больше всего вакансий в Минске, около 17-4 тысяч. Ну, ребята, но это не одиозный какой-то боевик, типа Моторола и так далее. Мы уже как бы на другую новость перешли. Если сравнивать по регионам, так вот, около 17-4 тысяч вакансий в Минске, в Гродненской области почти 13 тысяч, а меньше всего в Витебской области, всего около 7,5 тысяч. Кто из рабочих больше всего востребован? Для водителей автомобилей размещено больше 3750 вакансий, из них около 2070 с зарплатой до 500 рублей. Для трактористов больше 2070 вакансий. Для швей больше 1910, поваров 1520, электрогазосварщиков 1200, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 860. Для продавцов размещено больше 2180 объявлений вакансий. Значит, да, хватает предложений для строителей, для каменщиков больше 1560 вакансий, для штукатуров 1080, для маляров 910. То есть и при этом, с одной стороны, да, как бы столько вакансий, специалистов не хватает, а с другой стороны, у нас отсутствие как бы рабочих мест, то есть люди не могут устроиться. То есть что-то какие-то нестыковки. То есть люди ищут работы, долго, месяцами не могут найти. И как бы непонятно, в чем суть тут. Либо липовые вакансии, или платить не хотят. Ну почему же? Все предельно ясно. Люди себе ищут работу. Работа не подразумевает то, что человек будет работать за копейки. Вот эта новость про рост так называемого количества вакансий, это как раз таки подтверждение того, что растет безработица. То, что Беларусь не развивается. По официальной статистике 0,3%. Ну, официальная статистика, мы уже знаем, что это такое. Это подобное... Новости, когда о росте вакансий, это один из... Ну, это как, извиняюсь, предыдущие новости. Это просто противоречие самим себе, когда они говорят сначала одно, потом говорят другое. И интересно, они считают, что люди не понимают, что они говорят, руководство Беларуси не понимает, какую дают статистику, что люди не понимают на самом деле, что под этими словами скрывается. Я, например, понимаю. Мне от их, хотя я безработный, мне от их статистики ни холодно, ни жарко. Мне наоборот, я наоборот получаю подтверждение, что их слова, их деятельность, от их деятельности лучше не становится. Мало ли что они там говорят. Совершенно верно. Вот сейчас читаю чат, Георгос здесь пишет, что по поварам прямо умиляет, зарплата 150 рублей. Ну, на самом деле, я периодически открываю сайт официальной биржи труда, то есть вот этот... как его там, ну, социальной защиты, короче, этого вакансии. Смотрю по Орше, там, Оршанскому району, попадаются такие вакансии, там, четверть ставки, там, 76 рублей, там, 50 с копейками рублей. В общем, работенки отличные, шикарные просто. Ну, это четверть ставки, треть ставки. Кто-то даже предлагал приходить на работу на 2 часа в неделю. То есть пришел раз в неделю, что-то там отработал, это называется вакансия. Ну, тут здорово. Зато ты не тунеядец, типа, да. Да, зато ты платишь налоги. Да, платишь налоги, и тебе скажут, так, короче, то, что там ты подписал контракт 2 часа, это херня. Ты устроился, давай, иди делай вот это. Денег мы тебе не заплатим, ну, работай. Не хочешь, тогда вали, значит, мы найдем другого дурака. То есть, ну, как у нас сейчас, это контрактная система, самая настоящая удавка. То есть, рабочий не может защищать свои права. Тебе сразу, как только что ты начинаешь говорить что-то, тебе говорят, не нравится заявление, и пошел вон. И все. И у людей... Ну, выбор... без объяснения причин сразу же. Без объяснения причин. Тебе говорят, хочешь защищать права, пожалуйста, защищай, только мы тебя уволим. Не продлим контракт и все. Почему? Они это объясняют очень просто. Мы так хотим. Да. Наниматель говорит, я так хочу. Вот и вся причина. Такой же закон был, насколько я помню, ну, обили закон, который это противодействовал как раз таки, чтобы они не могли без объяснения причин уволить работника. А потом этот закон убрали, чтобы наниматель спокойно мог уволить этого самого работника, в принципе. А потом впоследствии ввели этот декрет номер 3. Ну, по хронологии, собственно говоря. Да. Хочу такой
пример, не знаю, как-то показательный привести. Вот захожу на... заходил когда-то месяца три назад был на Государственную службу занятости Республики Беларусь. Просматриваю вакансии по городу Орша. Смотрю, вакансия электрика-инженера, я уже не запомнил, как это называется, написано «Заработная плата от 1025 рублей». А внизу написано в описании вакансии «Заработная плата до 900». Кто-нибудь мне назовет цифру в этих пределах? От 1025, но до 900. Логика. Но вот это и есть зарплата настоящая. Отними от 1020 900 с чем-то. Вот что получится, это, в принципе, я думаю, есть та зарплата, которую будет платить 100 там, рублей, каких-нибудь 130. Не, ну мы это давно уже обсуждали. В регионе, в принципе, в среднем получается 150 баксов, а в столице 250-300 баксов. Такая средняя зарплата. Стандартная. Распространенная. А не вот эти 941 рубль по официальной, сколько там, 950. Хорошо, следующая новость. Беларусь и Россия узгодили поставки нафтопродуктов на 2018 и 2019 год. Так вот, балансы и протоколы по нафтопродуктах на листопад, снежень 2018 года и на увесь 2019 год, поведомляя Министерство энергетики России. Однако докладные объемы не называются. Сегодня у Москвы отбылась встреча, но это уже не сегодня, это 10 октября. Отбылась встреча вице-премьеров Беларуси и России Игоря Лишенко и Дмитрия Козака, у якой брал удел министр энергетики России Александр Новак. Обмерковывалось гандлёво-экономичное супрацоўніцтва у галіне экспорта нафты и нафтопродуктов. По выниках перамоў Игорь Лишенко и Александр Новак подписали протокол об унесении изменений у межурадовое погоднение от 2007 года, об мерах по урегулированию гандлёво-экономичного супрацоўніцтва у галіне экспорту нафты и нафтопродуктов и узгоднили индикативные балансы и протоколы по нафтопродуктах на листопад-снежень 2018 года и на весь 2019 год. То есть подписали там какую-то бумажку по поводу, договорились о чем-то по нефтепродуктам. Мне интересно больше всего, что в подобных новостях пишут, когда детали, на каких условиях договорились, сколько, что, чего, за все тайно! Холопом знать, да, не положено. Там, по-моему, дальше будут эти новости. Холопом но знать без, просто не положено. Но без деталей. Новости будут просто что-то общее, чтобы были... Ну, я потом могу зачитать детали. Там есть отдельная группа в Телеграме, потом можно зачитать. Ну, потом, может быть. А пока следующая новость. Да, снова по поводу работы. Вот, да, мы уже говорили, что с работы херовой. Вот тут пишет. Та же Працабай пишет. Почему белорусы ринулись на заработки в Польшу? Польша стала серьезным конкурентом России в борьбе за белорусскую рабочую силу. То есть, если там лет 10 назад большинство ездило в Россию ездить, там в Москву куда-нибудь, на стройку, да, то теперь уже Польша конкурирует с Россией по полной. То есть, уже 50 на 50 скоро будет. Количество приглашений белорусам от польских работодателей, выданных по упрощенной схеме, выросло с 4 тысяч в 2014 году до 58 тысяч в 2017 году. То есть, как говорится, оцените размер. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра, которое было презентовано на днях во время дискуссии отношения Беларуси и Польши в изменчивой геополитической ситуации, пишет Завтрабай. Карта поляка как пропуск на рынок труда. По словам академического директора Варшавского аналитического центра Андрея Елисеева, еще в 2014 году эксперты прогнозировали, что в ближайшие десятилетия не меньше 35 тысяч белорусов навсегда уедет жить в Польшу. Медленный рост ВВП Беларуси, сложившаяся миграционная тенденция указывают на то, что прогноз в 35 тысяч мигрирующих соотечественников более чем оптимистичен.
считает Андрей Елисеев. Впрочем, количество белорусов, официально уехавших на постоянное жительство, место жительства в Польшу, значительно не выросло. За последние годы порядка 50 тысяч граждан нашей страны получили вид на жительство в Польше. Варшава существенно облегчила правила выдачи вида на жительство и гражданства обладателям карт поляка. Более 100 тысяч белорусов уже получили этот документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу. Глава аналитического центра полагает, что каждый пятый белорус, имеющий карту поляка, де-факто проводит в соседней стране большую часть года. С учетом этого, вполне возможно, мы уже сейчас имеем те самые 35 тысяч белорусов, переехавших в Польшу, хотя эту цифру прогнозировали к 2024 году. Белорусы предпочитают Польшу. Польша стала серьезным конкурентом России в борьбе за белорусскую рабочую силу. Количество приглашений белорусам от польских работодателей в 2017 году по сравнению с 2014 выросло в 14 раз. Это кратко. То есть есть полная ссылка на полную статью, откуда было это взято, но чего-то соединения у нас нет. Наверное, уже удалена. Ну да, это не важно. Но это мне не... Я помню, Бендер говорил, что все едут в Россию, все наплевать, нет, все, а оказывается, все наоборот. Россию. Сейчас в России кризис. Именно. Так просто кто-то дело ездит. В том, что люди как раз-таки увидели эту разницу, что такое Россия и что такое Польша в сравнении. Какие люди там живут и какие люди в России живут. То есть у людей начали открываться глаза. Нет, тут, я думаю, Фридом, дело немножко в другом. Смотри, просто там кризис, фирмы закрываются, то есть экономика нищает, и поэтому... То есть, раньше... Я про это и говорю, да. Я про это и говорю тебе. То есть, к примеру, раньше там строили какие-то коттеджи богатеи, наши ездили туда, тут теперь все, меньше строек, меньше богатеев, соответственно, работы. Тем более еще, добавить к этому, сколько белорусов кидает на этих производствах в России. Ну это да, говорят, что тут тоже 50 на 50. Можно вернуться с деньгами, а можно вернуться пешком домой. Можно не вернуться вообще. Да, а можно это... и вообще не вернуться. Дело в том, что... Нынешнее российское руководство из своих собственных инициатив потеряло не только свою, ну, геополитическую, хотя это уже вообще слишком слова, политическое влияние, но оно теряет влияние, скажем так, оно те, обычные граждане из любых стран уже не могут. Пропаганда не работает, банально. Не совсем. Дело не в пропаганде, дело все в экономике. Какая будет людям разница до того, что тебе говорят, если у тебя пустой холодильник? Ну, это же Россия, она работает, в принципе, вот Бендера, посмотри на Бендера. Ну, мы в Беларуси. Вот тебе пример. Белорусы будут, они посмотрят, мало ли что там предлагают в России 60 там, тысяч или 90, сколько предлагают. Они съездят в Польшу, там 300 евро получат или 500 или 700, в зависимости от того, куда они устроятся, какое образование и так далее. Они вернутся домой здоровыми, с деньгами, чем они уедут куда-то, неизвестно, какими оттуда не вернутся, если не вернутся вообще. Все очень просто. Я сейчас немножко поиграю в аналитика, но я вот хочу сказать вот, что мне кажется, эта тенденция будет нарастать, и дело тут не только в экономике даже, а скорее в политике. То есть сейчас это чисто экономически, но сейчас мы видим, что отношения между Россией и Беларусью сильно ухудшаются. То есть очень скоро на РосТВ могут начать рассказывать уже всерьезную про белорусских фашистов, там, да, то есть как к Украине, ненависть именно начинать прививать. И тогда белорусов просто так им будет неприятно это там. Так уже было. Это не тот уровень, я говорю совсем о другом уровне. О том уровне, который, например, был в 2014 году по отношению к Украине, что украинец это априори злодей. Думаешь, Шарий все-таки возьмется за Беларусь? Нет, может. Не Шарий, я имею в виду официальная российская пропаганда, то есть эти все 60 минут, Киселин... Я говорю про... Наплевать на эту пропаганду официальную, я тебе говорю про такую серьезную пропаганду, которая работает уже на уровне выше, на Шарии. Он же всегда берется за темы, когда именно в тот момент, когда это выгодно Кремлю. А тут, я думаю, найдется другой Шарий, понимаешь, он специализируется конкретно на Украине. Я думаю, что Кремль найдет какого-нибудь белорусского инсайдера типа Шария, раскрутит его. У нас желающих достаточно, всякие Дерманты, Шпаковские. Я соточку даю, что когда начнется движ Беларуси, Шарий стопудово будет мочить всех этих, ну то есть всех активных людей Беларуси. Но я думаю, вполне возможно.
Как это было с Украиной? Не исключаю. Сначала выхвалил этого Навального, потом резко его опустил. Потом вот из последнего даже. Наверняка же он оправдывал Баширова и Чпигу. 100% этого. Я его не смотрю. Я на 100 000% уверен, что он их оправдывал. Это все и так очевидно. Просто когда... То есть он берется за темы, когда жаркая тема, он сразу перебывается и трактует ту повестку, которая выгодна именно российской стороне. Тут даже слепой этого видит. Просто интересно мне в таких новостях, что когда публикуются подобные новости со стороны белорусского руководства, они статистику завышают там, где выгодно им. А когда публикуется подобная же информация, ну, например, на той же про Цебай, они почему-то наоборот уменьшают эту статистику. Почему-то у меня очень большие сомнения, что там или 30, или сколько там тысяч человек уезжают на заработки в Польшу, на какой-то промежуток времени. Они же только про Польшу сказали. А ты про Польшу и Балтику. Нет, ты еще возьми Прибалтику, ты возьми США. США куча народу. Чехия, Словакия. А я только про Польшу говорю. По моему мнению, людей... Слушай, это хотя бы... достаточно. Слушай, даже эта цифра удручающая. О чем? Зачем? Открыли всем. Наоборот, когда правитель... Кстати, не удручающая, наоборот. Лукашенко же, если вы читали новости, он когда-то говорил, что он будет браться за заводы и предприятия, где зарплата 200-400 рублей. Должны были это видеть. Он не берется. Может, ему надо подкидывать еще больше новостей по поводу того, что все больше и больше людей уезжают. Может, он... Метадоров, я тебе скажу больше. У него есть специальный аналитический центр при президенте, который подкидывает ему все новости. Возможно, не даже что-то. И про наш канал он знает. Не совсем, чтобы эти новости доходили до других людей. Вот что имею в виду. Да не в этом суть вообще. Следующая новость. Закрылся рупор российского шовинизма «Спутник и погром». Сайт «Спутник и погром» закрывается. Про это официально обвестила ягоная команда. Гэты ресурс, чыя ідэалогія балансавала на мяжы крайняга расійскага імперыялізму і неанацызму. Аўтары прапагандавалі ідэю вялікай Расіі, адмаўляючы ў праве на існаванне асобным народам, што мяжуюць сучаснай Расіі. Ну, то есть Украіне, Беларусі, насчёт Прыбалтыкі, вот не знаю, тоже может быть. Не читаю такие ресурсы. На початок 2017 года сайт был заблокован в Беларуси после экспертизы на явность экстремизму у текстах, что ранее ягоны сталы автор, ягоны стал автор по Беларуси Кирилл Аверьянов был позбавлен белорусского гражданства и отримал заборону на въезд в Украину. Нечакана летась «Спутник и погром» был заблокованы и у России после потребования у Казахстана, праз что аудитория сайта резко снизилась. Американские администраторы разликовой системы, праз якую СИП отребливал ахвирование, отключили ее. Ну то есть все, это зашкваренный экстремистский сайт, которые вы поперли из Казахстана, из Беларуси, в Украине там вообще давно это уже, я так понимаю, сделали, в 2014 еще, наверное, году. И их отключили от платежной системы, чтобы донаты им не делали в Америке там. Короче, все. Русскому миру бой. Я вот когда вот прочитал эту новость, у меня первый вопрос. А кто это, что это вообще за новостный портал? Я их не слышал, не видел, на них никто не ссылался. Новости из данного... Слушай, ну «Спутник» — это очень известная... Нет, Фридом, это не «Спутник», это «Спутник и погром». «Спутник и погром» — это немножко не то же самое. Я просто таких не знаю. Видимо, их таких радикальных немного, раз их... Либо, наоборот, точнее, очень много, раз их вот эти вот, что между донаты шли, еще что-то там, их закрывают. Ну, вы кто? У меня это самый главный вопрос. Ну, такие сайты более известны ватникам. То есть наши ватаны, которые любят русский мир, они точно знают такие ресурсы, типа как «Спутник и погром».
Ты, может, их не знаешь, потому что, ну, ты же не читаешь. Ну, они же там читают Ленту.ру, там, что там, я не знаю. Нет, Ленту, это немножко другое дело. Лента.ру это как бы, ну, обыкновенный ресурс, а это именно маргинальный. Какой обыкновенный? Это... Он государственный. Это край. Спутник тоже государственный. Нет, Freedom, спутник и погром. Не спутник, а спутник и погром. Это немного разные вещи. Это маргинальный имперский ресурс, который пишет именно о радикальном национализме, то есть это типа вот как Стрелков, вот такие вещи, о том, что там русская империя, там русский мир, всех нагнуть, уничтожить, там другие страны не имеют права на существование, короче, это именно вот такое. Это люди, типа все русские. Да-да-да, это не Russia Today, это не Лента.ру, это спутник и погром. Именно есть спутник, информационный ресурс, он работает и с ним все нормально. Нет, что меня напрягает, что вот эти все Russia Today, Лента.ру не дают все аккредитацию. Тому же Белсату не дают. То есть это какой-то бред. И тем более самое главное, что у нас же государственный телеканал РТР Беларусь есть такая, НТВ Беларусь. И все такое. То есть нету там Белсат Беларусь и то есть Украина Беларусь и так далее. То есть такого нету. Только все заточено под Россию. Их не прессуют, дают им карт-бланш. Нет, но Freedom, Белсат никак не может быть в кабельной сети, потому что он критикует Лукашенко постоянно. А в том-то и дело, что ему не дают аккредитацию, а им дают аккредитацию. Вот так к чему к тебе клоню, понимаешь? Потому что Россия дает кредиты. Ну, все очень просто, только сравнивать Белсат и Russia Today, даже как медиа, как СМИ, это... Очень большие разницы. Да, одно Белсат создано... это все-таки коммерческий канал у нас. Коммерческое, а RT это государственный проект государственной пропаганды. Так что сравнивать некорректно. Давайте в следующую новость. Кстати, о телевидении. Из эфира ОНТ вырезали слова политолога Мельянцева об информационных диверсиях со стороны России. В эфире ОНТ от 8 октября вышла передача «Наша жизнь», посвященная вопросам безопасности. Ведущим был Дмитрий Бочков. В качестве одного из гостей в студию пригласили политолога Дениса Мельянцова. В окончательном варианте передачи, который вышел на телеканале, не было ничего из того, что Мельянцов говорил об информационных атаках на Беларусь со стороны России. То есть, ну тут я сам себя перебью, скажу прямо. Но это понятно. Путин приезжает, как бы, и тут должна выходить такая программа, где говорят, что Россия устраивает информационные диверсии, как бы, ну, они решили от греха подальше убрать это, я так понимаю. Вот что пишет. Речь шла о том, что пропаганда и информационные диверсии у нас не только со стороны Запада и польского пропагандистского канала Белсат, о чем говорил ведущий, и с чем я согласен, а еще и со стороны наших восточных союзников. Вспомним хотя бы фейковую новость о переброске на территорию Беларуси для участия в учениях Запад-2017 подразделений 1-й танковой армии, которую российская Минобороны до сих пор не сняла с сайта. Или взлом твиттер-аккаунта заместителя главы администрации президента Максима Роженкова, за которым явно тянется российский парашют, отметил Мельянцов. Ну, они еще не сказали про этот, как его там, про этих байкеров там всяких, которые тут... Ночные волки. Да. Этот Низ Игорь особенно. Да, про Низ Игорь не сказали. Инсульт Лукашенко. Тоже не сказала. Ну да ладно, это как бы не суть. То есть он основные вещи такие привел. В комментарии нашей Ниве Денис Мельянцов отметил, что он впервые принимал участие в передаче в таком формате, в том политическом ток-шоу, которое вел Вадим Гигин. В последние годы не подвергались цензуре даже самые жесткие высказывания. Ранее о цензуре в программе Бочкова заявлял лидер партии БНФ Егор Костусев. Также Мельянцов отметил еще один момент, который относится к обороноспособности нашей страны. Не называя имен, у руководящего состава Департамента международного военного сотрудничества Минобороны личные адреса на Mail.ru. У некоторых советников и руководителей секторов государственного секретариата Совета Безопасности на Рамблере и Mail.ru. У дипломатов посольства Беларуси в Великобритании на Mail.ru. То есть наши люди прям вот в Mail.ru открывают почту, дипломаты, да, какие-то там военные, всю переписку там проводят. И, как говорится, кто-то заявляет еще о какой-то там безопасности.
Короче, все в кармане у ФСБ. Даже не заботятся о какой-то безопасности. А по поводу цензуры, ну, что тут сказать? То есть, если вы думаете, что выступить на телевидении, вот можно к Соловьеву там или к чему-то там белорусскому аналогу приехать, даже если ты нормальный человек, и попытаться там что-то сказать, и вы думаете, что это покажут по телевизору, ну, как говорится, это быть очень наивным человеком. Там могут вырезать все. Поэтому открывайте свои каналы на YouTube, ведите каналы и высказывайте свое мнение прямо. То есть там вы цензуре не подвергнетесь. Открывайте группы. Не, ну естественно, подбирая слова, там, ну, без экстремизма. Я не знаю, зачем эту новость, скажем так, выделили именно в отдельную. Ее бы стоило выделить в очередную. Потому что это не первое подобное, когда... Дело не даже в том, что Путин там приедет или еще кто-то. Это просто... скажем так, не хочет подрывать дружеские отношения, которые сложились после каких-то разногласий. Просто сказали, так, этого не должно быть. Так очередно, ну, вырезали тихо, так, все. Ну, забудьте то, что это было. Все. А просто очередная новость об очередном... скажем так, об очередная новость из союзного государства. Что-нибудь такое. Ничего нового. Возможно, дело тут только в том, что, видишь, вырезали, то есть до этого, как писали туда, что передача это не подвергалась цензуре. А теперь, как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Вырезали все, что он сказал про Россию. Для меня это ничего нового, по крайней мере, ну, следующая новость. Обычно у нас все наоборот было, имитадором, то есть наши на этом, как его... РТР Беларусь там или какой-нибудь НТВ Беларусь, если что-то не то про Лукашенко говорят, то они это вырезают. А тут как бы обратный случай. Ну, Путин же приезжает, вот они так и сделали. Следующая новость. Беларусь использует телекоммуникационные компании извините, для борьбы с инакомыслием. Государству в его незаконные слежки помогают австрийские, турецкие и другие телекоммуникационные компании. Белорусские власти используют телефонные сети, некоторые крупнейшие телекоммуникационные компании, для подавления свободы слова и инакомыслия, заявила организация Amnesty International в опубликованном докладе. В докладе под названием «It's enough for people to feel it exists civil society secrecy and Surveillance in Belarus. Достаточно осознавать, что она есть. Гражданское общество, секретность и слежка в Беларуси. Говорят о том, как потенциально неограниченная, круглосуточная и неконтролируемая слежка подтачивает силы активистов НКО. Ведь рискованными становятся самые элементарные действия. Например, назначение встречи по телефону. Ну, не знаю, кто сейчас назначает такие встречи. По-моему, все уже давно в Телеграме шифруются. Или в Фейсбуке хотя бы. Оппозиционеры. В стране, где вас могут задержать за участие в акции протеста или критику президента, одной угрозы того, что власти за вами шпионят, бывает достаточно, чтобы сделать работу активистов почти невозможной, сказал Джошуа Франко, исследователь Amnesty International по технологиям и правам человека. Все это происходит в согласии телекоммуникационных операторов, включая тех, что принадлежат группе Telekom Austria и компании Turkcell, которые предоставляют властям почти неограниченный доступ к коммуникациям и данным своих клиентов. Обеспечение властям удаленного доступа к телефонным и интернет-коммуникациям всех своих абонентов. Условия работы в Беларуси. То есть, если компания хочет работать на территории Беларуси, они должны спецслужбам предоставить полный доступ ко всем данным здесь. Действующие в Беларуси компании обязаны предоставлять властям доступ к каким угодно данным и когда угодно. Поэтому, если КГБ захочет за кем-то шпионить, ему не нужен ордер, не нужно просить компанию о доступе, отметил Джошуа Франко. На телекоммуникационные компании возлагается огромная ответственность. Обычно технологии способствуют свободе слова, однако с распространением телекоммуникационных технологий в Беларуси угроза репрессий повысилась. Возможно, чтобы телекоммуникационные компании не давали злоупотреблять коммуникационными технологиями, используя их для возмутительного посягательства на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений, продолжил он. Будущее свободы в интернете зависит от того, станут ли телекоммуникационные компании
сопротивляться правительствам, которые вторгаются в частную жизнь и пространство свободы слова, или же смиренно согласятся на все их условия, чтобы только не потерять в прибыли. Ну, тут еще достаточно большая статья, но суть понятна, что есть белорусские власти имеют неограниченный доступ к информации всех компаний телекоммуникационных, которые работают на территории Беларуси. Я пока читал вот эту вот, слышал, читал эту статейку, когда ты ее зачитывал, мне вспомнилось дело Белты, как задерживали журналистов Тутбая, Белопана и еще некоторых остальных, якобы из-за того, что они некие взламывали какие-то, что-то там взламывали у Белта. Это тоже, в принципе, ничего нового. Они как контролировали раньше всю информацию, любую. Просто сейчас это началось более активнее, пока действует так, как начинается все более активно наращивается кампания Лукашенко, у которой не будет, скорее всего, выборов досрочных. Но просто надо любое сопротивление зачистить, так как люди начинают беднеть, начинают все хуже относиться к непосредственно самому Лукашенко и всей вертикали. Поэтому любые поползновения мнений в сторону от нынешнего руководства, это как-то для них нехорошо. Поэтому оно все так дальше это и пойдет. Давление со стороны Следственного комитета, КГБ, на любые СМИ, на любое инакомыслие. Ну, для меня, в принципе, это ничего нового. Оно ничего удивительного. Хорошо, следующая новость. В Беларуси ввели административную ответственность за антироссийскую кричалку. За кричалку «Кто не скачет, тот...» которая стала широко известна после Евромайдана и революции достоинства 2014 года в Киеве. Сейчас в Беларуси будут привлекать к административной ответственности за эту кричалку, сообщает Радио Свобода. То есть в том числе предусмотрены денежный штраф или административный арест. Информация об этом Свободе подтвердили в Центральном районном суде Минска. Соответствующее решение принял судья Андрей Зинкевич 23 сентября, сообщили в пресс-службе суда. Суд Центрального района Минска не первый раз признает экстремистскими кричалки белорусских фанатов. Так, в 2016 году экстремистской была признана кричалка на мотив детской песни «Вместе весело шагать». За распространение кричалок, которые включены в список экстремистских, нарушителю грозит штраф от 10 до 50 базовых величин или административный арест. И самое главное, при этом речевке футбольные фанаты «Зенита», если помните, кричали «Мусора, иди, а ваш клуб Г». То есть тоже норма для них. Точнее, это норма, а то... Ну, вы поняли. Я бы на такой новости, скорее всего, посмеялся. Ну, а кому-то не смешно. Кто-то привык кричать такие кричалки. А теперь, видишь, за это штрафовать будут. Фанаты, думаю, не будут рады от этого. Ну, видимо, я футбол не особо люблю, поэтому... Для ну, меня как бы тоже. Это... Я такие кричалки не выкрикиваю. Нет, просто со стороны обычного человека... Да это как-то еще за наплевать. Да. Ты... Зачем, в принципе? Ну, опять же, штрафовать. И то глупо, если честно. Не, ну ввели штраф, собственно, и ввели, как бы, оно, может быть, и правда меньше экстремизма стоит. Но тут важно понять, тут что... Тут лучше другую речевку придумать, кто не скачет, тот... Нет, так дело в том, что я лучезарный. Так понимаю, тут вопрос вот в чем. Оно распространяется конкретно на эту кричалку, либо, если сказать, например, кто не скачет, тот, например, там камень, или кто не скачет, тот, например, кусок говна, там, или что-нибудь, это тоже... будут штрафовать или нет. Или только, надо сказать, именно про москалей. А если не про москалей, то как бы это не считается. Вот тут непонятно вопрос. Ну а или, если... может, там, кто не скачет, тот... Блин, нет, не могу называть его фамилию, но вы поняли, о ком я. А если кто-нибудь скажет там про другой какой-нибудь народ? Про евреев, например. Или там про арабов, например. Кто не скачет, тот там араб, например, или что-нибудь такое. Ну, москалей же сейчас уже нету, в принципе. Сейчас же нету. Есть россияне. Нет, так просто не совсем понятна формулировка. Конкретно именно за эту формулировку по поводу москалей, или вообще за любую, если ты будешь использовать
эту кричалку по отношению там к любому народу. То есть это вот здесь непонятно. Ладно, не суть, это затянулось новость. Давай следующее. Извините, я немножко перебью. Просто такое вот смешное. А если в Беларуси запретят фразу «Слава Украине», вот что тогда будет? Ну, «Живи Беларусь», в принципе, тригеряция. Уже практически, можно сказать, негласный запрет есть. Как и на бело-красно-белые флаги. Но, тем не менее, это не мешает людям использовать эту символику и говорить такие слова. То есть, ничего не будет, короче. Лукашенко. Могилев, Витебск не отрозниваются от российских городов. То есть, он сказал, что, ну, как всегда, Путину решил подлезать немножко. Так ты включи видео, я же тебе скинул уже, там в новостях есть. Нет, я просто использовал статью, что там видео включать, как бы тут понятно. А вот он сделал такое резонансное выражение. Ну, то есть его можно привлекать, получается, по статье. Но, к сожалению, его нельзя привлечь по статье, потому что президентская должность, типа, неприкосновенна. Ну, да. Его вообще не... Опять же, это была ошибка 94-го года, когда сделали власть Лукашенко. Да, его нельзя привлечь по статье. Потому что у него президентский срок. А учитывая, что у него президентский срок пожизненный, то надеется не на что, как бы. То замкнутый круг, короче. То есть сейчас. Я удячны вам, президенту России, за то, что вы знайшли час проехать у этой светлый город. Я не здарма сказал российский город. Могилев, Витебск. Это такие города, которые на угол не отрозниваются от российских городов, сказал Александр Лукашенко, завершающий свой выступ на 5-м форуме регионов. Ну да, Могилев, видимо, вот нет, Лукашенко не может не знать истории, он же по образованию в том числе и учитель истории. Историк. Истории того, как в 17 веке было Могилевское восстание, когда вырезали 7000 российский гарнизон. То есть это, да, русский город, извечный, как там он говорит, да. И при этом король, насколько я помню, присвоил, дал герб погоня Могилеву. Вернул ему магдебургское право. Лукашенко просто старый политик. Все его слова воспринимают всерьез. Ну, это уж как-то однобоко. Однако вот в этом вот именно случае... Я сейчас закончу. Однако вот именно в этом случае почему-то вспоминается ролик, где Жириновский пытается расширить, ну, образно границы, площадь России за счет какой-то там областей. Ну, может, поищите в интернете, кому интересно, Жириновский. Вот это, да, мы это снова зачитывали. Да, когда-то это было. Да, если бы президент... Просто выглядит это все очень глупо. Да, это выглядит очень глупо. Нет, чтобы сказать, Смоленск — это такой же белорусский город, в общем-то, как и... Он это говорил. Он, да? Это говорил. Когда? Да, он это говорил. Ну, есть в архивных видео, он лет 10 назад это говорил. А, что, видишь, 10 лет, а надо было сейчас русский... сказать пыни. Что вы там губу не раскатываете. Факт того, что он это напоминал, что когда-то эти территории были наши, и мы можем это припомнить. Он так из этого прямая цитата, насколько я помню. Сейчас это надо было припомнить. Я хочу ответить одному из зрителей стрима. Скажи мне, Вячеслав, с чего ты решил, что Facebook тоже не такой надежный? Да, его могут посматривать как со стороны Беларуси, так и со стороны России, могут и взламывать, но тем не менее это социальная сеть. Может, ты хочешь пользоваться только Одноклассниками и только ВКонтакте? Нет, он имеет в виду, я думаю, Telegram. Ну, Telegram... Как ни крути, но Facebook как сейчас уже намного сложнее российским взломать, это факт, как ни крути. Во-вторых, они не могут в открытую зайти, тупо эти гибисты наши белорусские, как ВКонтакт, к примеру, и тупо повторить сообщения и все остальное, как в Фейсбуке, в отличие от ВКонтакте. Про контакт и Одноклассники мы вообще не говорим, то есть это задний двор ФСБ, они там делают полностью, что хотят. Но насчет Фейсбука, так, конечно, КГБ, он свою безопасность подорвал. КГБ спокойно сотрудничает с ФСБ и спокойно смотрит. Я про что говорю, эти сети вообще не обсуждаются, я говорю о другом, о том, что скандалы, связанные в последние годы вокруг Фейсбука, то есть подорвали доверие и к нему. Не по поводу ФСБ, а вообще.
То есть там сливаются данные, какие-то хакеры выкладывают все эти данные в свободный, в открытый доступ. Поэтому в первую очередь мы и говорим изначально, лучше создавать каналы вашего города, или, а лучше вашего района. И личные блоги. Личные блоги и чаты. Телеграма непосредственно. И Фейсбук. Только, ну, что там бояться, если вы там к экстремизму никакого не призываете, просто освещаете какую-нибудь проблему. К примеру, вам, не знаю, завод какой-нибудь в Светлогорске, создали там чат в Телеграме, и канал в Телеграме, и в Фейсбуке. И там переписываетесь, в чем только проблема. Дело в Телеграме там, к примеру, подумали, что мы можем сделать, давайте сделаем наклейки и листовки, чтобы максимально об этом рассказать. И о чате, и заодно, и о канале, соответственно. И так привлекать к этому внимание. Тут нет, дело только в том, что... Никто этим не заботился, да, я договорю. Но никто в Светлогорске этим не заботился, потому что мысли такой даже в голове у людей не было. Я тебе скажу, в чем дело. Те, которые пришли, 150 человек, что можно было бы сделать открыть чат, это легко и просто. И Facebook, к примеру. И при этом привлекать к этому проблемы внимания, соответственно. Они бы гораздо больше бы, ну, эффектов сделали. Дело в том, что там сидит только тусовка оппозиционеров, а большая часть населения, они там не тусуются. Ну, я скажу так. Это хорошо для координации, я говорю. Я скажу так, если ты хочешь поменять что-то в Беларуси, то уходи с ВКонтакте, Одноклассники, иди на Фейсбук. Только так, если он там в Фейсбуке все самые главные события Беларуси. Я хочу сказать по-другому, это на самом деле неправильно. Дело в том, что это хорошо для координации, то есть чтобы между самими оппозиционерами координироваться, но не с народом, потому что народ как сидел в Одноклассниках и ВКонтакте, так он и будет сидеть. Я тебе в пятый раз повторяю, или ты меня не слышишь, если ты хочешь что-то поменять в Беларуси, тебе придется перейти на Фейсбук. Это, я говорю, это только для координации между оппозиционерами. Если ты хочешь поменять в Беларуси, ты должен привлечь народ. Иди скажи какому-нибудь ватнику, что ты не должен сидеть ВКонтакте, ты не должен сидеть в Одноклассниках. Ну, хорошо. Потому что это плохо. Сиди ты в своем ВКонтакте, кто же тебе мешает? Ну заведи дополнительный Фейсбук. Скажи, зачем? Я не хочу. У меня все друзья там, нафиг мне твой Фейсбук сдался. Он неудобный, вот ВКонтакт неудобный, а Фейсбук неудобный. Я скажу так, ну, в Телеграм зайди в конце концов. А зачем Телеграм? Он вообще фигня. Скажет, вот, у меня все друзья там. Ну, я скажу, все тогда. Тебе сложно дополнительный аккаунт создать? Ну, если вы даже аккаунт не можете создать в Телеграме или в Фейсбуке, тогда что вы тогда хотите изменять? Не то, что не могут, они хотят просто. Зачем? Так нет, они могут. Для чего? Чтобы координироваться, опять же, чтобы... Я так говорю, это нужно оппозиционерам, тем активным людям, которые что-то делают. А это нужно тем, всем. Кто не делают, это не нужно. Это нужно всем. Нет, это не нужно всем. Это нужно всем. Если бы это было нужно всем, это бы уже давно создали. В том-то и дело. Что так раз люди создают, перешли, значит, это не нужно. Создают вообще там. Создают. Это нужно единицам. И создают, еще раз повторяю. Не единицы, опять же, создают люди. После 2017 года люди кучу каналов создали и куча людей туда перешли. А ты мне сейчас будешь врать. Я тебе нагло, говорю, что создали люди те, кому это нужно, те, кто что-то делает. Остальные вот именно сидели, люди, людям нужно сделать, людям нужно решить проблему, они будут переходить, хотят, не хотят, но в Facebook и Telegram. Если захотят, они что-то поменять в этой стране. В том-то дело, что процентов 80 они не хотят ничего менять. Те 20%, хотят, которые перешли. Делают, они создают. Вот ты достал. Если бы хотели, все бы уже давно изменилось. Хорошо? Достаточно 5-8%, чтобы что-то изменилось. А их нет до сих пор. Так поэтому переходят люди. Ладно, все, давай следующую новость. Серьезно, тоже, блин. Короче, ляпнул. Следующую новость. Так, показуха 80-го уровня. До приезда Лукашенко фарбуют пустые домы, призначенные под снос. Это вот в Гродно. Заколоченные дома, которые аварийные, должны снести, их покрасили перед приездом президента. Зачем, непонятно. Дома аварийные, проще было бы уже их снести тогда, чем красить. А то покрасили к приезду, потом сносить. Деньги на краску, конечно, лишние. Ну так за такое-то время проще покрасить, чем снести. А то приедет Лукашенко, а тут что-то сносит. По их логике это вполне логично.
Ну, это мне напоминает Россию и подготовку чемпионата мира. Так это же не логика обычных людей, которым надо нормальная страна. Это же логика тех людей, которым нужна показуха, которым нужна собственная власть. Все просто очень. Вот я смотрю сейчас чат. Найтбот за капс забанил сообщение Вячеслава Дерикова. Он все полностью сообщение написал капсом. Сейчас вот он пишет. Перекурю, говорит, отвечу по Фейсбуку. Расскажу вам свою историю, как я проверял, нас там просматривают гэбисты или нет. И у меня супер доказательство того, что просматривают. То есть, ну, то, что Фейсбук дырявый, это немножко... как бы уже очевидно, когда Цукерберг там вот... Ну, в сравнении с ВКонтакте... В сравнении с ВКонтактом, нет, надо выбирать лучшее просто. Фейсбук, во-первых, неудобен многим, а во-вторых, просто... Если уж заводить, так Телеграм тогда сразу. Я не знаю, что Вячеслав особенного такого сказал. А у меня такой: привет гибистам, привет гибисты. Ну как вам, нравится наше общение? Поделитесь вашим мнением. Например, у меня на странице в Фейсбуке, мне будет интересно. Да какое мне дело, смотрит или не смотрит? Что смотрит? Вот дело мне до этого есть. Ну, тем более, ты же ничего такого экстраординарного не совершаешь. Просто общаешься с кем-то. Все это... запугивание, так называемое, спецслужбы, это просто для того, чтобы молчали, чтобы не выражали, мне до этого ну, да. было дело. Банальная психология. Ты все. Тут даже дело не в новых аккаунтах, просто создай дополнительные и все. Там переписывайтесь по поводу политики в Фейсбуке, а в ВКонтакте просто там, не знаю, мемы, как это обычно бывает у детей. Ну, большинство людей используют ВКонтакт именно для общения там со своими одноклассниками, друзьями, потому что там можно фотки последние там кого-нибудь знакомый посмотреть там или что-нибудь еще, что друг там делает, сосед. То есть вот для этого большинство людей соцсети и используют. Те, кто занимается серьезной деятельностью, они, конечно, уже ушли давно. И россияне в том числе из ВКонтакта. Дело в том, что большинство-то людей не занимается никакой деятельностью. Они просто фотки смотрят, видосы, мемы и все. Поэтому они сидят, большая часть населения. Посмотри, что ну, в топах на YouTube. Вот. Это развлекуха сплошная. Какие-то КВНы, какие-то Ивангаи, через... там, всякую херню. Я понимаю. Там, через постер. Мемы как раз-таки привлекать к серьезным темам. А вот тут уже возникает вопрос. То есть группы, вот Белсосуд пока еще не трогают, а вот... группу тунеядцы, социальные активенцы прижали, когда были тунеядские протесты. Поэтому тут и мемы не помогут. Если что, то контакт сразу пойдет навстречу белорусским властям и все закроет. По поводу Фейсбука нет. От Фейсбука, да, по поводу Фейсбука нет, это... они так не сделают. Тут в этом плане Фейсбук намного лучше. Как да. ни крути. Хоть даже они посмотрят сообщение, лучше. Плевать. То есть они не смогут просто-напросто взять, да удалить там какую-то страницу и так далее. Обычно по мемам всегда привлекает именно от ВКонтакте. Всегда так было. В Фейсбуке что-то не могу предпомнить. Ну, самый надежный, конечно, способ использовать дрессированных голубей, которые будут приносить письмо только хозяину, которого они найдут по запаху. Это никакие хакеры не взломают. Ну, на этом как бы те новости, которые я заготовил, закончились. Возможно, еще какие-то новости ты бы хотел, Freedom, озвучить. За последнее время поступили. Ну, там. Давай там, кратко. Сейчас, погоди. Ну, бензин дорожает 20 раз за год. Опять? Это не на новость. Ничего на прошлой нового. Неделе дорожал. Беларусь возьмет у России 630 миллионов в долг, чтобы отдать старый долг. А по состоянию на октябрь 2017 года задолженность Беларуси перед Россией составила 6,5 миллиарда долларов. Нормально, да? Ну, типичная практика. Берут долг, чтобы отдать предыдущий более крупный долг, точнее даже проценты. Так, есть даже цифры по поводу долгов в Беларуси. То есть 10 050 рублей. Столько составил размер государственного долга Беларуси из расчета на каждого работающего жителя страны по состоянию на 1 сентября 2017 года. Более 95% этой суммы сформировано в иностранной валюте. То есть можно уже приписывать, наверное, там 100 баксов, или точнее 100 рублей, или 200 уже в рублей, потому что уже новый кредит.
Нормально, да? Мне больше всего интересно, когда до Лукашенко дойдет понимание того, хотя он уже это сам давно осознал, что нынешняя Россия для него не союзник, а просто ситуативный партнер. Но он продолжает набирать кредиты. И я закончу свою мысль. Мне интересно по его логике, где находится предел вот этого вот кредитования. Он будет бесконечно набирать долг чего-то? Деньги у России закончатся, у России сам долг, деньги закончатся, и он это поймет, когда он уже отсюда уедет, я так думаю. Пока дают, он набирает кредиты. Но он же сам... это как лудоманы. Они будут играть бесконечно, пока не потеряют все. А это все, это наша страна с вами. Кстати, ты мне такую одну интересную, на одну интересную мысль навел. Если Лукашенко знает, что российская экономика сейчас переживает не лучшие времена, может ли он надеяться на то, что эти кредиты он России никогда не отдаст? Вот что интересно. Да, интересный вопрос, кстати. Возможно, он набирает в надежде на то, что Россия развалится и... Слушай, а Лудоман надеется в том, что он отдаст деньги? Или когда он берет кредит? Ответь мне. Просто все равно. Тем не менее, Лукашенко будет торговать своими... Имитадором, ты пойми простую вещь. Лукашенко берет кредиты себе, а отдавать их нужно народу. То есть это он берет как президент, как представитель страны, но деньги эти он берет себе лично в свое пользование. Поэтому ему никогда ничего не придется отдавать. На резиденцию очередной ледовый дворец. Ему не придется ничего отдавать, придется отдавать белорусскому народу. Он же берет не от своего имени, а от имени Беларуси. Поэтому, если что, он просто уедет и скажет, все, а я теперь не президент Беларуси, если кризис начнется. И поэтому он вот эти кредиты выводит на иностранных, типа, то, что ты зачитал в начале стрима, если ты помнишь, декреты номер 3 и весь этот бред, и так далее, может, в этом сказать плане. Так, еще одна цифра. 1,3 миллиарда рублей такая дыра ожидается в фонде социальной защиты населения по итогу 2019 года в Беларуси. Это несмотря на повышение пенсионного возраста. Дефицит снова будет покрыться за счет средств бюджета. Вот о чем я говорил вам. В принципе. И, кстати, мы же не поставали по поводу пенсионного возраста. Да, у нас вообще никак не протестовали против этого. Приняли, сели на бутылку, и нормально. Сели на дубинку, как в Мозыре, и сели. Самое интересное, что я уже не знаю, сколько сотен сообщений отправил в администрацию президента, и они мне так старательно отвечали на все. Либо отвечали, то есть давали какой-то ответ, либо говорили, что вам уже ответ был дан, и ваше обращение рассмотрено, оставлено без рассмотрения. Но последнее обращение, когда я начал задавать, одно из них было, почему на общественное обсуждение не выносились такие проекты, как повышение пенсионного возраста и строительство БЛС. Уже сколько времени прошло, а ответа так и нету. Вот это интересно. А что ты по поводу чего обращался? Обращался через электронное обращение в администрацию президента, почему на общественное обсуждение не выносились проекты о повышении пенсионного возраста и строительства БЛС. Так мне до ответа и нету. Петицию писал? Зачем мне петиции, если я напрямую отправляю, и они мне отвечали на все, а на это так и не ответили. Так ты петицию писал по этому поводу, что они не ответили тебе на сообщение твое? Пока что еще не прошло настолько много времени, чтобы писать петицию. Подождем, а потом напиши петицию. По крайней мере, мне кто-то даже звонил из администрации, не администрации президента, а кто-то из чиновников, связанных с, социальной защитой трудовой деятельности. У меня ответ опубликован на странице в Фейсбуке, но уже совсем не хочу сделать себе рекламу. Даже до такого уровня опускаются чиновники до людей, чтобы даже позвонить. А тут на такие элементарные вопросы и нет ответа. Очень интересно.
Они на самом деле Метадором опускаются до разных вещей. Вспомни силу справедливости. Но они не опускаются до людей, когда мелкие проблемы, они опускаются. А когда такие важные, не опускаются, что в принципе логично. Так вот говорю, что они опускаются Метадором до многих вещей. То есть вспомни силу справедливости. Он говорил, что у него есть 20 минут жесткого порно с участием кого-то гей-порно из администрации президента. Так что они много до чего там опускаются. Ты это тоже помни в виду. Тут по поводу Фейсбука. Вот это еще кто-то, это кто-то еще говорит про гей-ропу как там. Да, так они же потом и говорят, то есть сами там снимают гей-порно, так а потом же, рассказывают. Так они же на этом и помежены, в том-то и дело. И постоянно этому педалируют эту тему непосредственно. Ну, у кого что болит. Так вот, вот здесь Вячеслав пишет. Как же... Так же... Так, подожди, вот он начинает. По Фейсбуку. Я переписывался с двумя парнями из Греции и Бразилии, иностранцами. Переписывались очень плотно, и потом вдруг резко переписка пропала. Я ждал где-то год, писал каждый день, им ответа не было. Ну и что? И вот это что доказывает, что ФСБ там или КГБ читает что-то? По-моему, это ничего не доказывает. Может, они просто потеряли пароль и все, и больше не заходят. Причин 100-500 может быть. Фейсбук не взламывают, так как ВКонтакте. Это ну, факт. Как и группы они не могут убрать и привлечь там за мемы и так далее. Это как, если, конечно, там нацистская там свастика и все такое уже явно. Там другие вещь. Проблемы. На Западе сейчас активно набирают обороты вот эти леваки, и они банят там за все. Феминизм там, про негров что-то ты сказал, про женщин что-то не то сказал. Твиттеры эти всякие, они там банят. Если ты хочешь там, ну, нужно быть политкорректным в конце концов. Это даже на пользу. В этом плане, имею в виду, естественно, должна быть свобода слова. Так, по поводу нефти. Нефть пока Россия не перекрыла, запрет на экспорт идет вот здесь... на следующие нефтепродукты. Мазут, нафта, вакуумная газойль, бензин, дизель. В денежном выражении это затрагивает около 1-2 миллиардов долларов. То есть всего лишь. Так. А, по поводу вот этой новой защиты, Россия не будет поставлять в Беларусь темные нефтепродукты до конца 2019 года. Как сообщила глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Александр Сазанов, объемы беспошлинных поставок российских светлых нефтепродуктов может сократиться более чем в 6 раз, а поставка темных нефтепродуктов вообще прекратится. Ранее Беларусь реэкспортировала получаемые из России темные нефтепродукты, теперь по условиям договоренности такой возможности у них нет. И вот то, что я зачитал. 1,2 миллиарда долларов потеряет Россия на этом всего лишь. Соответственно. Но мне бы, вот что новость, которую я бы не то что хотел обсудить, просто получить на нее логический ответ. А когда украинская церковь получила автокефалию, Гундяев сказал, что будет на это серьезный ответ. Но почему он решил его дать Минске? Единственная логика, к которой я прихожу, это получается то, что он ответ будет давать минскими руками, руками Беларуси. Ну, БПЦ полностью зависит от российской РПЦ. К сожалению. Нам бы как-то оторваться от нее. Но это нужно развивать именно католицизм, что ли, не знаю, чтобы как-то оторваться. Католицизм к РПЦ же не имеет никакого отношения. Это совсем другая церковь. В том-то и дело. В том-то и дело, этот код. Артем бы тебе сейчас все это объяснил. Католицизм есть и сейчас. Но он не развит там. Это вопрос личных предпочтений людей. Если люди не хотят быть католиками, а хотят быть православными. Я понимаю. Тем более католическая церковь намного более авторитарна, чем православная еще. Нет, у нас она вообще практически толком не влияет, потому что там нету, не избрали кого-то там. Ну, Артем, можешь почитать комментарии, переписку мою с Артемом, он там все это пояснил. Я, честно, не религовед, поэтому не могу тебе сказать. Ну, короче, это очень сложно нашей БПЦ отделиться от РПЦ. По сравнению с УПЦ или что там у них. Вячеслав Дариков, это все равно ничего не значит, то, что у них пропали значки. Они могли просто
уйти из Фейсбука, они могли забыть, как вы говорили, пароль, они могли уйти в другую социальную сеть, они вообще могли уйти из социальных сетей. Это ничего не значит. Ну тут пишет Евсен Вятка, что мне вопросы задали на Телеграме во время эфира, читаете комменты, тут нет. Причем здесь Телеграм? Я во время эфира читаю новости, то есть у меня даже второй браузер открыт, закрыто, я даже чат бывает здесь, который в Ютубе не всегда смотрю. Я специально сворачиваю, чтобы посмотреть, почитать. Телеграм у меня вообще не включен в это время. Во-первых, чем больше разных источников, тем сильнее, то есть трафик загружен, чтобы стрим шел стабильно. Ладно, мы не по теме говорим. Я отвечаю Беларусь, на вопрос. Мы говорили насчет того, что Беларусь сама хотела запретить торговать через интернет подержанными товарами. Нет, не затрагивали. Говорили. Я затрагивал. Так, сейчас еще. Так. А, у белорусов не заканчивается валюта, они чисто продают. Более 30 месяцев подряд. За январь-сентябрь население продало банкам наличную валюту на 5 миллиардов 763 миллиона долларов. Купило 4 миллиарда 270 миллиона. Чистая продажа составила 1 миллиард 493 миллиона. То есть это отчетливо говорит о том, что у белорусов нету вообще денег на то, чтобы купить, отложить деньги в этом плане. Лишь бы поесть купить в этом. Либо наоборот. Об этом и говорит. В каком плане? Что у белорусов куча денег, и они откладывают в рублях? Ты это хочешь сказать? Это серьезно сейчас? Нет, наоборот, то, что они стали... Может, посмотрели, что лучше я это оставлю, куплю где-нибудь, не в Беларуси. Потому что качество продукции, может, упало, а я куплю где-нибудь в Польше. Что купит? Купит, а не копит. Что купит? Что угодно, лишь бы не в Беларуси. Я еще зачитал новость про доллар. Ну, так и я говорю про это. Так что за что, как это, что к чему? Я тебе про холодную, ты мне про бег. Я это говорю к тому, что... Как одно вообще к другому. Я к тому, что белорусы раньше кучу долларов покупали, потому что, очевидно, всегда белорусы покупали доллары, потому что это самая надежная валюта, в принципе. Сейчас у белорусов нет денег, это очевидно и так. И вот уже 30-й месяц подряд белорусы только сдают деньги, потому что у них нет деньги, чтобы даже купить поесть. Они продают Freedom больше, чем покупают, вот в чем дело. Они покупают тоже, но меньше, чем продают. То есть разница. Так я тебе про это говорю. Ты понимаешь, вы что, с ума сошли оба? Я вам говорю, что людей нету денег, поэтому не продают заначки, убирают. Кубышки свои достают из заначек. Нету денег. Вот я что вам говорю. Вы что, издеваетесь так? Видимо, я отвлекся на свои... Не знаю, кому ты говоришь и о чем. Я просто подключился, чтобы сделать небольшой комментарий по поводу того, что и покупают тоже, но просто меньше, чем продают. Это, да, говорит о том, что у людей нет денег. Они достают свои запасы валютные и продают их, чтобы купить новые. Ну да, вот это основная. Но это понятно, и с собой как бы никто не спорил, о чем здесь речь. Ну, что тогда? Так, что там? Все там. А вот это новость про то, что на Западе скоро семей не будет, мужик на мужике женится. Ну, это заявление Лукашенко. Это зачитывали? Нет, не зачитывали. А стоит ли? А стоит ли не все же новости, а только самое важное. Лукашенко вообще языком любит молоть все, что... Ну, это так, там есть сравнение того, что численность рождаемости в цифрах. Ему надо за своей страной смотреть, он уже на другие. Я тебе говорю про численность на нашей стране. Я вам про это и говорю, вы мне хоть дослушать можете? Хотя с геями у нас как бы все в порядке. Так, счастливых семей Беларуси у нас распадается больше половины браков. В 2016 году в Беларуси на 1000 браков приходилось 506 разводов. Да, больше половины. По этой... До этого семьи в нашей стране было прочнее. Например, в 1959 году распадался лишь каждый 18-й брак. В 1979 каждый 4-й. Численность населения Беларуси за
первого квартала 2018 уменьшился на 7500 человек и сокращается каждый год. С января по март 2018 в стране родилось 23 тысячи детей, на 6,5 меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Это так, слово о его словах о Западе. Ну, то есть, оказывается, что по статистике рождаемость в европейских странах, где узаконены однополые браки, выше, чем и в Беларуси. Так она всегда была там выше. И до слова Лукашенко, и после. Не, ну, я могу вот побыть, включить режим ватника и сказать, что это все иммигранты, а не коренные жители Европы. Ну, Евросоюза. Но сослаться на факты нет. Ну, так и есть. Есть куча фактов этого. Ну, их надо будет предоставить. Ну, посмотри, если тебе не лень. Ну, это вот только остается их. Ну, я могу то же самое про наших иммигрантов сказать, что у нас тоже куча иммигрантов есть. С той же России. И Украины. Ну, так что... Так что это даже я сам же себе могу опровергнуть, это не является аргументом. Мы уже ватную логику рассматривали на прошлом стриме. Что? Ну, все, в принципе, основные новости, все, пока. Нет, там какая-то новость и статистика очень интересная, что белорусам, по-моему, блин, где это? Сейчас я вам просто хочу зачитать. Это для ваты интересно будет даже. Сейчас, секунду, погодите. Да зачем? Раз нету, значит нету. Время потеряли уже много, то есть чего ее искать? Если бы была такая важная новость, то ее бы можно было заранее отложить. Вот я посмотрел некоторые, все даже новости, которые меня бы интересовали, мне, по крайней мере, пока. Короче, я вот нашел, вот 58 белорусов по данным исследования ИПМ не может позволить себе регулярно покупать мясо, особенно одежду и мебель, и отапливать дом. То есть 58%. Нормально, да? Вполне нормально, да. Вполне реалистично. Ну тут надо смотреть, а в прошлом году этот показатель составлял сколько процентов? Ну, в прошлом году, естественно, было лучше, как и по всем другим показателям. Ну, вот я тоже так думал. Так я тебе же привел до этого новость про рождаемость. Ты меня слышишь хоть? А при чем здесь рождаемость и то, сколько люди могут позволить себе купить мясо? Ну, это взаимосвязано. Не, понятно, что взаимосвязано, но процентные показатели. Я имею в виду про то, сколько могли позволить себе... Например, в прошлом году белорусы купить мясо того же, да? Тот же показатель за 17 или 16 год, например, сравнить с этим годом. Потому что для большинства людей это мало что. Могу поспорить, что было лучше. Вот из-за этого было лучше, падает все и там, и там. Ну и все тогда. На этом мы заканчиваем наш стрим. Подписывайтесь на канал, и через неделю мы опять встретимся на новом выпуске новостей.